И снова всем привет на канале Донбасс Сервис. У нас сегодня работка еще зашла, бамперочек новый, но с дефектом. Дефект вам покажу, как я буду устранять. Он при перевозке, либо, ну непонятно, где его погнули, пластиковый бампер новый. Сказали, что нужно только открасить. Я подошел, посмотрел. Его нужно ремонтировать. Сейчас мы будем греть феном. Придется, может, даже и шпаклевать. Ну, посмотрим. Сейчас сначала поработаем феном. Сейчас я вам его покажу, какие дефекты на бампере имеются. Ну и вам будет интересно, я думаю, увидеть, как я это буду делать. Давайте посмотрим. Дефект вот он. Вот если мы увидим. Он погнутый. Вот мы видим ровную часть бампера. Нету ни повреждений, ничего. Идем сюда, на эту сторону. Вот оно, повреждение идет. Вот мы на отлив видим. Что мы для этого делаем? Мы берем сейчас фен, нагреваем снутри бампер и вручную, тут уже как скульптора вылепливаешь. Ну, то есть нужно чувствовать руками, что ты делаешь. Ну давайте посмотрим, сейчас нагреем и я попробую создать новую форму бамперу. Получилось выровнять бампер, не придется ни шпаклевать, ничего. Сейчас я вам его покажу. Все ровненько. Хотел что еще рассказать по бамперу. Если ты в детстве лепил из пластилина культуры, всякие зверюшек, то это все с детства нарабатывается. То есть я с детства хорошо работал с пластилином. Это одно и то же, только это уже по-взрослому идут пластиковые бампера. Если ты чувствуешь все руками, то ты сделаешь любой бампер. У меня есть машины, которые я делал, и Porsche Panamera, людям лепил бампера вообще ни с чего, делал в идеал. То есть главное захотеть, и можно сделать все, что хочешь. Так, смотрим, сейчас я буду перечищать бампер с файном под грунтик. Так, ну перед тем, как пробежаться файном, я прошелся машинкой на мягкую подложку 320, бампер с Hyundai Sonata. Я по-быстрому набил риску, и сейчас я вам его покажу, и теперь в труднодоступных местах, где машинкой не подлез, я прохожусь вот таким файном. 3M-овский файн хорошего качества, рекомендую. Вот сколько я пробовал, другие файны других фирм не то. Это то, что надо. Смотрим. Смотрим.
вот в труднодоступных местах, где глянешь, я сейчас прохожу файном. А так все сбил машинкой на мягкую подложку 320. Вот я начал здесь проходиться. Ну давайте посмотрим, когда я его весь пройду файном. И вот мы видим, прошелся я файном. Все закончил. Я уже обезжирил. Обезжирочку использовал лизонал, долго испаряющую. Протер. Сейчас она выветрится. И будем наносить праймер по пластику. Праймер по пластику я использую лизонал. Ну давайте посмотрим. На этот бампер 100 грамм нужно будет этого праймера. Так что наливаем в пистолет и грунтуем. Волос вообще пропал. Ну давайте посмотрим. Наносим праймер по пластику. Вот так вот выглядит после праймера. Он прозрачный. Он берется такой легкой пленочкой и дает основу на пластмассу. Можно спокойно ложить грунт. Ну и давайте теперь посмотрим грунт. Наносим первый слой грунта. Загрунтовали. Я второй слой не показывал. Первый я загрунтовал. Дал второй слой. Легенький. Все легенький слой. Ну как-то так. Давайте посмотрим, где был ремонт. Без шпаклевочки. Все вывелось. А свет поймать, а вот лампа, ну идеально. Ну как бы на этом все. Как говорится, руки творят чудеса. Если очень захотеть, можно сделать, как я говорил, все, что хочешь. Я голос уже вообще потерял. Со стороны, наверное, смешно смотрится, пипец. Ну так, как-то так. Ну давайте, просматриваем видео. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки. Ну и до новых встреч. Пока.